Хочу сказать слава Богу. Отец, услышь мое моление. Быть может, я в последний раз в молитве возношу прошение. В жестокий свой предсмертный час я смертной муки не боюсь, ведь я, Творец, к Тебе стремлюсь. Всегда идя со мною рядом, я под Твоим великим взглядом в любви небесной возрастал, и вот теперь мой час настал. За слово истины высокой не может враг никак понять, что мне не страшно умирать, пусть даже смертью и жестокой. Но вот молитву возношу, открывший боль души своей, Творец, о матери прошу, о помоги несчастной ей, ведь у нее есть здесь один, единственный, любимый сын. Храни ее, Отец мой вечный, своей любовью бесконечной. Ее Тебе я отдаю в Твои божественные руки. О, дай ей силы, я молю, в последний час мой смертной муки. Сейчас, склонив свои колени, я пред лицем Твоим молюсь, а завтра утром на арене к престолу славы вознесусь. И сердце радостью объято, еще чуть-чуть, еще немного, и я взлечу в небесный край и буду жить с Тобою, с Богом. Ночная спящая столица, великий город, город Рим, где глубоко в сырой темнице молился вольный небосын. Ночная летняя прохлада укрыла все своей росой, и тихо спящая отрада дарила сладостный покой. Молитвой сердце укрепив, спокойно спал страдалец юный, и луч в окно, проникнув лунный, его собою осветил. В нем все дышало красотою, в чертах небесного лица в предсмертный час он был спокоен, как сын великого Творца. Таких, как он, в тот час немало за Бога свято умирало, чтоб среди языческих держав любовь Христа торжествовала. И кровь божественных детей не раз арену обогряла, но все сильней среди скорбей живая вера возрастала. Вот ночи время пролетело, и дверь тоскливо заскрипела, и стража выполнять указ идет, и он в последний раз по римским улицам шагает и с болью в сердце вспоминает. О, сколько ж его друзей дорогой этой прошагали и после свята умирали от жутких пыток палачей. Но тут, дорогу преграждая, к арене не успев дойти, он взгляд знакомый глаз встречает почти в конце всего пути. Как сразу руки ослабели, как сердце заболело рано, губами слышно, еле-еле он прошептал с тоскою: «Мама!» И сразу сердце с боли сжалось от муки дивной, неземной. Во взгляде просьба вдруг прорвалась невыразимою мольбой: «Не надо, мамочка, ты слышишь? Меня ведут, чтоб убивать, ведь ты с трудом от боли дышишь. Зачем тебе сильней страдать? Сейчас откроют клеток двери, как в муке будешь ты взирать, когда меня на части звери клыками будут раздирать. О, пожалей себя, родная, уйди, прошу, не мучь себя. Как страшна мука эта злая, уйди же, мать, прошу тебя». Но материнский взгляд глубокий сказал с любовью неземной: «Сынок, я здесь не одиноко, со мною Бог, Отец Святой. Ты прав, жестокая эта мука,
Но наш Господь сильней страдал. Иди, пусть краткая разлука приблизит нас к Царю царей. О, христианские терпения, как силен Бог твой в небесах, не зная, что такое страх, твои наследники спасения. Пред всем народом воин веры, какой он все же молодой, последний вздох прыжок пантеры, и льется кровь его струей. Закрылись юные глаза, вине страдания приемля, и материнская слеза упала на сырую землю. Года летят, летят стрелой, как быстро время пробегает, и мы, идя земной тропой, следы кровавые встречаем. Они все время там лежат, их тучи времени не скроют, они о многом говорят, всего до мира их не смоют. Быть может, каждого из нас страдания в мире также ждут, но тот, кто нас однажды спас, благословит земной наш труд. Пусть будет горе, пусть мучение, все испытания впереди, но мы идем в страну спасения в надежде, вере и любви. Аминь.